Наши сегодняшние гости, пожалуй, тоже могли бы одолжить для нового бутика парочку своих костюмов. Они называют себя артистами межгалактического театра, то есть пришельцами с планеты Вока, Вока People. Добрый вечер. Если я правильно понимаю, вы пока не готовы на вербальный контакт с землянами, но это же не значит, что сорвется интервью, да? Да. Вы вообще знаете, где вы находитесь, да? В России. Да. Ну, я не знаю, там... Москва. Москва, да. Москва. Говорят вам что-нибудь такие имена? Владимир Путин, Дмитрий Медведев. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а что вообще означают ваши костюмчики? Это такой призыв к размножению или что? Я понял. Действительно, призыв к размножению. А вы знаете, у нас на эстраде есть артист очень известный. И он был первым, кто примерил этот костюмчик, которым вы сейчас шокируете весь мир. Давайте посмотрим. Вы знаете, как его зовут? Путин. Путин. Это Николай Басков. А слышали б вы, как он поет «Шарманку»? Ну что, может, и его в свои ряды возьмете? Костюмчик ему, понятно, будет в пору, да и тесно ему на нашей эстраде. Он такой молодой да ранний. На днях ему стукнуло 35, а он уже успел жениться, развестись, стать народным артистом. Вы сейчас споете, а мы ему передадим, чтоб разучивал. Bow, 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 bow